Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, заберем еду. Ну и сразу же поставим дальше копиться. Так, забрать. Купите билеты, это мы сделали. Так, соберите еды, это тоже сделано. Так, открыть наборы карточек сделали. И потратить 500 тысяч монет, это я сделал. Так, ребят, совсем немножко нам остается, чтобы получить уровень. Там чуть-чуть буквально, но это чуть-чуть у нас уже длится, фиг знает сколько серий. Согласись. Надеюсь, сегодня мы с тобой сможем пройти. Кстати, что это такое у нас? Почему он не прокачан? Объясни-ка мне. Ага. Далиха Рипнхопс. Ё-моё. Пока скажешь, язык сломаешь. Ребят, у них такие тяжелые названия у этих динозавров. Особенно вот у плавающих. Сухопутный еще как-то можно, да, там разобраться. А вот летающий и плавающий — это трэш полнейший. Так, ну что, новый опрос какой-то тут у нас. Я не буду участвовать в нем пока. Ну-ка посмотрим, что у нас тут. Да ладно, что ж ты так прокачиваешься-то медленно, а? Родной ты мой. Очень-очень медленно прокачивается. Так, а здесь у нас отлично. Монолофозавр готов. Это, по-моему, уже второй у нас, да? Второй, так точно. Так, начать эволюцию. Там нужна соточка, да? Насколько я помню. Но соточки у меня, как ты видишь, нету. Так, давай дальше открывать. О, наконец-то он созрел, друзья мои. Да-да. Это у нас велоцираптор. Вторая модификация. Свежачок, так сказать. Интересно, на... много он силен, чем его, как говорится, предшественник братишка. Более слабенький который. А, тут еще гибрид. Если его скрещивать с тиранозавром мода 2, то получается Индоминус Рекс мод 2. Офигеть, я представляю, насколько он жесткий этот. Опа, это кто у нас? Я буду сам играть, мне нужен опыт. Так, это мод 2? Что такое? Не надо тут зависать, пожалуйста. Так, пока все идет хорошо. Так, дальше что у нас? Раз, два, три, четыре. Слушай, да мы его поймали. Уже практически он у нас в кармане. Есть контакт. И последний раунд. Раз, два, три. Все. Все, друзья мои, он у нас в копилочке. Идеальная поимка. 220 опыта и 5 супер ДНК. И опять код. Я еще даже ничего не успел. Кто на этот раз? Пеликанимим, что ли? А ты-то что, опять тебе не нравится, а? Мелкий ты жучара. Сидит себе, понимаешь ли, в загончике. Кормят его, за ним смотрят. А ему что-то еще не нравится. Ой, а почему? А почему не сработало, ребят? Я вроде бы ничего не напротачил. Хм. Не напротачил, но, видишь, не сработало почему-то. Так, замечательно. На втором канале, друзья мои, вышла серия про Юрский парк Эволюция, вторая часть. Можете заходить и посмотреть. Идеальная поимка. Шикарно. 725 опыта. Вау. Да что ж ты будешь делать? Что у меня там за переполох-то такой происходит, а, ребят? Это кто? Опа. А это же у нас легендарный, насколько я помню. Ну, не надо только подглючивать. Так, друзья мои, у меня вылетела игра в процессе поимки, я не знаю. Ну вот, видишь, он сбежал, твою налево. Чтоб тебе, а? Как вот эта вот подстава бесит. Возьмем с тобой самых обычных. Тут особой роли не играет, если честно. Так, здесь мы с тобой все достали? Нет, здесь не надо нам. Вот тут. Забираем. Тирано-титан. Все. Так, ну, а теперь остается тут забрать награды и посмотреть, что у нас за события, да?
доступны сегодня. Поехали, глянем. Так, сдвиг ледников. Слушай, ну я думаю, сдвиг ледников нужно обязательно поиграть. Плюс ДНК. Схватка чемпионов. Слушай, а почему арены нету? Так уже долго нет арены. И смотри, босс событий здесь. А что за босс событий, я не вижу. А, он будет доступен, наверное, только лишь. Наверное, да. Ну что, поехали. Сдвиг ледников. Значит, Уинтатерий. Против него мы с тобой возьмем. Ага, возьму-ка я лучше мамонта сюда. Так, Мегистокурус. Против него так кого взять? Мегистокурус, наверное, возьмем Келлинкена, да? А против Дипротодона лучше взять Амфициона. Наверное, как-то так. Давай посмотрим, что у нас получится из этой передряги. По логическому, если посмотреть, мы должны выиграть здесь. Так, я, наверное, сразу атаку сделаю. На тебе. 100% будет сейчас меняться. Наверное, вот на этого. Мегистаторий или как он? Нет, не стал. Ух ты, какой жук. Ты посмотри-ка. Придется добивать. Так, а вот этот сколько наносит урона? 311, да? Есть вероятность отдуплиться. Нет, мы выжили. Друзья, мы выжили, и я возьму, наверное, Келлинкена. И две атаки ему пропишу. Как говорится, пошел вон с поля. И Дипротодон, да? Барсук, или как? Нет, не барсук, ребята, я его этом. Он что-то типа между медведем и, знаешь, чем? Бобра мне напоминает. Эх, бедный Келлинкен. Бедный Келлинкен. Но зато теперь мы с тобой Дипротодона уничтожим. На! Просто своей могучей ступней раздавил его. Ну что, друзья мои, первая победушка. Но нам нужно еще одну сделать, так что не расслабляемся пока. Опять там у нас код 19. Так, давай хотя бы глянем, кто там. Так, погоди-ка, это же гибрид, по-моему, да? Ладно, попробуем поймать. Найс. Так, двигаемся дальше. Чётенько. Да что ж такое, нельзя было сюда, что ли, нажимать? Я не пойму. В этот круг нельзя было попадать. А, ребята, заглючила мышка. Твою налево, блин. Наверное, батарейки садятся на мышке, поэтому вообще плохо, ребят. Так. Поймано. Я не знаю, что с мышкой, ребят. Честно скажу, не знаю. Очень плохо себя ведет она. Очень плохо. Так, ну что, забираем здесь с тобой награды. Использовать ускорение мода еще нужно забрать. Так, опять? Да что ж ты будешь делать-то? Ну давай попробуем поймать. Это у нас Тиранотитан? Нет, это Лангозавр, по-моему, да? Так. Первая попытка вроде нормально прошла. Да что ж ты так плохо двигаешься-то, а? Мышка, что за дела? Нормуль. Так, ну что, он у нас в кармане. Так, и раз, два, три, четыре. Все. Идеальная поимка получается. Фух, 220 опыта еще. Да что ты, а? Это Маюнгозавр, по-моему. Ты-то что? Че они все взбесились-то? Я не могу понять. Ой. Поспешил, поспешил, сам виноват.
Как только этого велоцираптора мод 2 поставил, все, они взъерепенились. Может быть, его надо было как-то обособленно ставить? Да, в принципе, какая разница-то? Он в загоне в своем отдельном, он же не бегает у них по клеткам. Так, ну что, замечательная, идеальная победа, да, я так понимаю? Еще 220 опыта. Ну все, вроде бы тишина. Можно теперь заняться своими делами. А дела у нас тебе без ограничений. Так. Фараракас. Против Фараракаса мы берем с тобой олененка. Эриматерий. Так, ну против него возьму, наверное... Блин, давай так, наверное. А против зимовки? А против зимовки нам кого взять? Надо, по идее, взять амфициона. Так он у нас... Сколько стоит? $31. Ладно, возьмем амфициона, фиг с ним. Другого все равно варианта нету. Да и к тому же надо будет проходить здесь по любасику. Так, я, наверное, с атаки начну. Давай. Угу. Но он будет менять, 100% будет менять, наверное, на оленя. Да ладно, серьезно, что ли? Погнали. Ах ты жук, ну вот ты посмотри, перехитрил меня, а? Не ожидал, не ожидал, если честно. Ах ты жучок ты навозный. Но все равно подбить не получится. Так, все-таки потратил, да? И один он хочет взять в запасик. Значит, мы с тобой сделаем так. А блин, а мне придется в любом случае три тратить. Да чтоб тебе, а? Потому что, видишь, он берет атаку. Ой, защиту. Так, а этот будет с дополнительной, да, получается? С дополнительными очками действий? А, нет. Три. Две ему сливать придется в любом случае. Сейчас мой шипзик его накажет. Раз, два. Раз, раз. Ах ты, жук ты. Но все равно пробили мы его, ребят. Так, и выходит северный олень. Эуклодоцер. Эуклодоцер. Фига себе название. Так, бомбанул, да? Типа довольный. Ну что, амфицион, твой выход, наверное, я так понимаю. Сколько у тебя там к атаке идет? 110. А смысл? Нет смысла никакого, ребят. Нам надо будет этим же и бомбить. Уничтожаем, да? Да. Все. Олень северный загнулся. А мы победили. Мы победили, и мы с тобой имеем право забрать теперь награду. Я так понимаю, будет рулетка, да? А, нет, набор. 380 ДНК, $100. Мясо и ЛС-материя. Это супер редкий. А он у меня вообще есть или нет? И 325 очков доверий. Спасибо, спасибочки. Так, друзья мои, а мы теперь можем его покупать на рынке. Главная награда лиги. Когда же эта лига откроется-то, а? Через 2 часа 5 минут. Угу. Значит, сегодня будет доступна лига. Так, здесь мы забираем наградушку. Так, у нас же здесь пусто. Мы можем с тобой что-то активировать, получается. Так, на рынок. На рынке. Сейчас мы посмотрим, новинка или не новинка. По-моему, новинка должна быть. Да где ж ты? Нет, ребята, Элсматери у нас был уже. Как бы был, в плане того, что мы его могли спокойненько выводить. Так, Тодзи, мы же Тодзи... Мы же Тодзю с тобой вроде бы хотели скрещивать с кем там, я уже и не помню, если честно. Так, все существа травоядные. Блин, где же я забыл, ребята, у нас есть такой поиск. Мы нажимаем, и у нас показывается, где динозавр находится в данный момент. Я просто не помню, где-то делается. Где-то нажимаешь... Хоп, и тебе показывают, где он находится. Получите баксы бесплатно. Спасибо, я знаю ваши бесплатные баксы. Такое ощущение, что надо вот всех динозавров, которых мы собираемся выводить, куда-то в сторону отводить, в какую-нибудь
определенный уголок, чтобы тебе потом не вот так вот не шоркаться искать по всей карте, а знать прекрасно, что он, например, в нижнем правом углу. И ты туда примехонько идешь и берешь. Так, Тодзи, ты у нас с Нундазухом. Да-да-да-да-да. Вот нам как раз-то и нужно сделать эволюцию. Включаем. Ускорить бесплатно. Посмотрите результат. Ать! Не тут-то было, не хватило чуть-чуть. Бесплатно. Так, ну что, друзья мои. Это у нас получается 2 двадцатых, да? А 2 двадцатых это уже 30-ка, 30 уровень. Но нам нужно еще тот. Причем сколько нам надо-то их? Получается 4. А это будет 10, 20. Так, подожди. 30 у нас уже есть, да, получается это 10 и 10, это уже 20-ка. Чё-то я сбился нафиг. Так, 20-ка и 20-ка это 30-е, да, получается тут у нас 10-ка и 10-ка это 20-ка. Ну да, 4. Нужно будет 4 Тодзи еще выводить. Так, ладно, мы с тобой идем в схватки, смотрим, что у нас там еще есть. Испытай свои силы только для обычных. Это ДНК. Так, вспомнил я эту штуку-дрюку. Только для обычных. Ну, давай начнем с трицератопса. Разыгрывается здесь будет ДНК, да, у нас? Так, что он там ерзает? Он ничего не стал делать. Окей. Так, я надеюсь, не пробьет меня. Че он юлит-то? А если я сделаю, знаешь как? Блин, опасно так. Ладно, фиг с ним, давай проверим. Угу. Потрать, 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 пожалуйста. Еее, все, вот теперь ему крышка. Вот теперь ему крышечка. Раскололся чувачок. На-ка, паршивец эдакий. Так, ребята, первая победка за нами. В кармане. Так, погнали далее. Теперь возьмем с тобой... Теперь возьмем с тобой, может быть, Кулазуха взять. Давай возьмем Кулазуха, посмотрим, что у нас получится с ним. Берем бонус. Как всегда, берем бонус. Ах ты ж, зараза, атакует. Да, это неприятно. Это неприятно, и мы его... И мы его уничтожаем. Готов, партизан. Ну что же. Пока все идет как надо. Все идет шикарно. Никаких нареканий у меня нету. Так, погнали далее. Взять, может быть, нам... Велоцираптора. Давай попробуем сыграть им. Ну-ка. Так, если он мне две атаки вмажет, по идее, я должен выжить. Да, по идее, должен выжить. Будет он, интересно, колоться или нет? Ах ты, жук ты этакий. Не стал, ребят, колоться он. Нам надо так делать. Нам надо так делать. Я хочу, чтобы он атаковал. Да чтоб тебе. Рискованно, но я все равно попробую. Ага, все-таки я правильно сделал.
Сейчас будет бомбить. Наверняка будет бомбить ведь, да? Нет, это уже переходит все границы, ребят. Я пошел на риски. Ай-яй-яй-яй-яй. Не пробьем, не пробьем, ребята. Блин, риск мой не оправдался. Я раскололся. Здесь, как говорится, я лопухнулся, ребята. За что получил звездюлей. Так, ладно, у нас с тобой еще все равно есть динозавры, которыми можно поиграть. Так, с пум-пум-пум-пум. Анкилодоком попробовать, что ли? Не, давай лучше Эры Титана. Да, я раскрылся. Нервы мои сдали быстрее, чем у него. Так, 167. Но тут в любом случае, наверное, надо брать защиту. Атакуй. Ах ты, жук, ну вот не хочет атаковать, и все. Колись давай, колись. Ну. Да чтоб тебя, блин, ну. Не могу, прям выводит из себя. Раз, два, три. А теперь. И что же, беру защиту. Есть, все, друзья. Раскололся чувачок. Фух, погнали. Раскололся. Теперь у него нервишки не выдержали, и он начал меня атаковать. За что и поплатился. Так, и нам остается с тобой последний поединок сыграть. Надеюсь, так же идеально. Так, очень мало у нас кого остается. Может быть, анкилодоком. Или тропиогоптером. Давай тропиогоптером попробуем. Кто ходит первым? Я, он. Он будет атаковать наверняка. Нет. Так, если он возьмет. Окей, берем два бонуса. Так, смотрим, что он сейчас будет делать. Атакует, значит, у него одну очку действия остается в запасе. Возможно, поставить себе на броню. Сейчас посмотрим, сколько мне нужно. А, все, ему крышка. Даже если он защиту возьмет одну, мы его все равно пробьем. Вот и все, идеальная, ребят, победа. Идеальнейшая. То есть мы с тобой забираем ДНК. Я не знаю, сколько там нам дадут. А, тут рулетка. 250, слушай, ну неплохо, неплохо. 200... Так, это закрываем. Событие только одно остается, да, у нас вот это вот, без ограничений. Господство на поле боя. Видишь, если бы у меня был бы 60 уровень парка, и у меня бы вот это вот все было бы открыто. А у меня пока 46-й. Ну что, давай, наверное, поиграем тогда. Раз есть возможность и время, в ПВП-шечку рубанем, да? В ПВП-шечку. Так, возьмем с тобой Зуходуса, Архелона и Плезиозавра. Блин, доллары не буду последний тратить за рекламу. Ну что, давай смотреть. Ох, ё-моё. Декодерма, мегало... Зашибись. Так, Декодерма, это гибрид. Причем довольно неплохой гибрид. Против него кого взять-то лучше? По-моему, Архелон очень круто бомбит именно вот этих вот пещерников. Меняет. Ой-ой-ой-ой-ой, мегалодончик, зачем ты так делаешь-то? Так, ху-ху-ху-ху. Ну давай поменяем, фиг с ним. Поменяем и бонус возьму. Пробить не пробьет? Нет, не пробьет. Значит, живем. Сейчас будет менять. У него, кстати, два мегалодона. 22 уровня и 20. Так, он все-таки меняет на Декодерму. Блин. Давай я вот этого возьму, фиг с ним. Возьму этого и... И что мне сделать? Берем два бонуса с тобой.
Так, 4. Ну, давай посмотрим. Если он сливает все, ну, ему, естественно, крышка от Зуходуса будет. Он меняет. Ну, допустим, 2 атаки. Ну что, Зуходус, вольнем эту тряпичную куклу или как? Или берем Архилона? 1, 2. По-моему, там у него защита, да? Делаем вот так вот. На тебе. 470, да? Сколько у него там? 4, 5. Ой-ой-ой, сейчас мне карантарики, друзья, будут. Пробивает. Зуходус вряд ли здесь справится. Нет, ну 2. 2-то он может пробить. Ему надо не 2, а 3. Так, он все на Мегалодона, да? Остальное скинул. Все очки действия. Все, кранты, ребята. Все 6 сливает и просто разрывает меня в хлам. К сожалению, у меня против вот этих водных никого не было. Ну ничего страшного, у нас есть еще водные, так что битва продолжается. Это не самые топовые у нас были с тобой. Самые топовые у нас с тобой остались на сейчас. 1, 2, 3. Вот скажи-ка мне на милость, где справедливость, что во время просмотра рекламы игра просто вылетает, и мне интересно знать, попытку сфейлил я или нет на поединке. Мы же должны были с тобой драться в ПВПшке, драться на водной стихии. А нет, смотри-ка, все отлично, ребята. Но единственное, что придется... Ладно, фикси, давай потратим. Потратим последние 5 долларов. Так, интересно, кто против нас сейчас выступит? Ого! Каевике. Твою налево. Сколько, блин? Ничего себе. Мой ход. А кто против него отлично бомбит? Вот этот вот. Блин. Я не знаю, да. Давай возьмем, наверное, 2 бонуса, скорее всего. Так вот я сделаю. Интересно, купится или нет? Ну, блин, одну атаку всего проводит. Ладно, фиг с ним. Ну что, ушатываем его тогда, получается, да? Ушатываем. Ой, какой, блин. А что я сейчас сделал, друзья? Это что такое было? Это была дурость, я же хотел поменять. Ох. Вот это я тупанул сейчас. Ну, естественно, он добьет. Так, он одно потратил, да? Так, ну что, тогда нам придется вот этим вот уничтожать. 1, 2. И бонус. Ну что, он сейчас будет менять, скорее всего, вот на этого. А это гибрид 11 уровня. Сейчас, наверное, жесткий типок появится здесь. А, у него еще 5. 5 очков действия он накопил. Так он сейчас меня и сам может уничтожить. Ему не надо далеко тут ходить. Сыграл вообще паршиво, ребята. Я, конечно, тупанул вот с этим вот. Сколько там, 2 потратил, да? Ну тут все понятно. Тут мне уже, ребят, не разрулить ситуацию, к сожалению. Этот сейчас, наверное... А, 404, я думал, будет намного мощнее. Но все равно ему достаточно потратить 2 атаки, а он потратит, наверное, все. Да, сдулся, короче, я. Как я вот с этим лопухнулся, конечно, да, с водным. Начал атаковать. Специально же копилочки
Бонусный взял их, потратил. Чудесно. Ладно, хорошо. Ну что, у нас еще есть какая там кайнозойская эра, да? Я, по-моему, там еще не всех потратил. Против наземных. О, давай вот это вот. Против наземных. Раз, два, три. Так, а здесь только за баксы, да? Моды. Давай токсин возьмем. Возьмем шипы. Так, а боевой дух это что? Давай вот это еще возьмем с тобой. Мод. Вот так вот. Блин, так тут за доллары, тут нельзя, ребят, за рекламу. К сожалению. Пипец какой-то, а. Хотел как лучше, а нельзя. А здесь что у нас получается? Тоже фигня, да? В общем, нигде мне не дают нормально побороться, ребята. Так, а в столкновении... Ну, давай один поединочек с тобой сыграем. Я знаю, что это заведомо, ребята, проигрыш будет. Но все равно мне хочется. Так, берем бонус. Не ори. Так, хорошо, бомбанул. Хорошо. Раз, два. Бонус. И отсюда щегол. Так, а у этого уже 300 атаки. Ага. Что делает паршивец, а? Раз, два. Раз, два. Допустим. Так, а это у нас тираннозавр. У этого атака намного мощнее, чем у этих. Нет, парнишка, не получится у тебя пробить моего родного диплотатора. На. Ну, один поединок мы с тобой сыграли, а и больше всего, ребят, на остальные у нас не хватит, к сожалению. А так бы, если бы у нас было бы, например, опять же, диплотатор, да? Или откатить его, можно было бы сыграть. Один диплотатор тут, считай, всех их и вынес. Единственное, что у них уровень повышается. А что там за награда-то? Награды-то не особо такие хорошие за такие поединки, если честно. Так, у нас тут кто-то созрел. А, Тодзи уже созрел, ну-ка. Давай. Уровень. Так, там еще, по-моему, да, один у нас есть. Тоже помещаем и тоже его прокачиваем. Потом, конечно, надо будет ждать, когда он созреет до 40 уровня. Опять же, ребят, нам нужно сделать несколько этих динозавров 40 уровня. По-моему, 15. Иначе мы с тобой это задание никогда, блин, не пройдем. Вот это вот. У нас пока 10. Нам еще нужно 5 динозавров. Так, ладно, будем, наверное, на сегодня пока закругляться. Тут, блин, чуть-чуть осталось до... Подожди, а у нас задание-то... Погоди, погоди, погоди-ка, секундочку. Собрать моды. Моды-то я не собрал. Он бы сейчас ушел, а? Давай быстренько с тобой соберем. Выполним, как говорится, ежедневочку. Эть, ну мог бы и пак выпасть. По доброте душевной. Так, забираем. Может быть, нам хватит с тобой на следующий уровень? Ить, нет, не хватает. Открыть. Деньги, ДНК, доллары. Все. И 95 очков доверий. Лежит. Так, ребят, ну смотрите, 7600 уже у нас этих очков доверий. На 10 тысяч у нас будет приобретаться золотой пак. Слушай, сегодня мы, наверное, добьем все-таки с тобой 47 уровень.
Я бы его сейчас хотел, конечно, добить бы. Тут показывается, сколько нужно вообще опыта. Не? Не видно, не показывает, да? Жалко. А у нас, кстати, вот этот с кем? С колозавром. Гибридом становится. Ага, с гигантозавром. А гигантозавр у меня только лишь один. А, тут можно еще вывести. Так. Блин. Гигантозавр. А, аллозавр с кем у нас скрещивается по гибрицу? А, с рыбой. И получится Алонгомиус. Алонгомиус. Вот так вот. Было бы чудно, конечно. Так. Здесь. А амфицион, подожди секундочку. Амфицион с кем у нас делать с гибридом? С архиотерием? Ну, такого я видел. Архофицион. Такой песик. Так, ну тут еще дофига кому можно уровень приподнять. Награда. Награда чисто только еда, да? Ихтиостега. Исполнение желаний. Мощь гибридов. Комплект. Да, ребята, тут, смотри, чисто гибриды выпадают, прикинь. Ну, ценник, ё-моё, 5000 рублей, ну куда? Это не для наших, конечно же, карманов. Это там для иностранцев. Для них 5000 копейки, для нас 5000 это все-таки деньги. Ну что, давайте тогда будем закругляться. И, надеюсь, вечером увидимся и продолжим играть. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.